Ярослав Чакабук – один из самых ярких представителей ММА-центра. В прошлом выпуске мы рассказывали вам про возвращение Дениса Акболу и что он уступил в своем первом бою после простоя. На конец года мы отправились с ребятами покорять Кубок Заходу. Предварительные бои шли целый день. Ну а вечером нас ждала гала-программа. К сожалению, Яровой Иван и Дмитрий Рыбалка не дошли до гала-программы. В нее вошли только Денис Акболу и Ярослав Чакабук. Но ребята показали достойные бои, делали нокауты, делали яркие-яркие красочные победы. Який сьогодні прийшов у фінал, це години, місяці та роки тренувань. Сразу же после Львова мы отправились в Одессу с Ярославом на профессиональный бой. Thought I could never knew.
буду сильнее теперь, 100%. Что ж, надо понимать, что было в твоей голове. Я не знаю, был какой-то каламбур. Вот серьезно, я не задышал, не забился. Просто как-то, не знаю, в голове какое-то было. Я даже не знаю, что было. Вообще ничего не помню. Помню, что вспышками все. Только помнишь, как я тебя бил, да? Да. Удары ваши помню. Они сильнее, чем у Тофика. Тофик уже забит. Ну а так что, чувствую себя хорошо. И никогда так, например, не чувствовал себя. За 3 раунда не задышал. И 3 по 5 прошли как будто 1 5-минутка. Это такое первый раз. Всегда тянется время, это ну так прям. Раз и все раунды закончились. А где ноги, которые мы готовили? Каламбур в голове. Где вставание от сетки, которые работали? Что-то зациклился на том, что попадет, задушит или еще что-то. Хотя кто-то понимает, что он бы ничего не сделал. Не задушил бы, не ударил бы сильно, потому что я принимал удары. А вчера во время боя я об этом думал. И все. Из-за этого, наверное, не получалось. По факту, получается, ты боялся перевода. Перевода и болячку. Думал, что сможет сделать. Но если просмотревший, я понял, что он бы ничего не сделал. Как-то так. Хоть он не выиграл, но его встречают. Опять его встречают. Да? Не все собрались, да? Где я побил? Да вот. Да, это царапина. Я тебя убью. Нет, это ж не мне быть ответом. Ты счастлив? Да, да. Что есть такие друзья? Может, ты олень? Олень, Савка, нормально, что, молодец. Ну, посмотрите на эту прелесть. Шапка оленя. Интересно, почему? Шапки оленя. Вот это вот, понимаю, командная поддержка. Чистый олень.